Челси Петр Йелле. Вот сейчас пас прошел, и Чиро Иммобили имел неплохую возможность. Мяч обработал и пытался в дальний. Штейн. Хороший пас. И заброс в штрафную. Иммобили выше ворот. Еще один удар Чиро Иммобили. Гости как. И доходят до штрафной. И надо бить. Принимает на себя удар защитник сборной Италии. Дальний удар. Вот это был бы гол. Конечно, но Буффон, по-моему, контролировал ситуацию. И тем не менее. Это можно считать опасным моментом. Вполне, по-моему, мяч по уходящей траектории летел. И вот на 35-й минуте наконец-то сборной Италии удается выйти вперед. И посмотреть. И Инсинье очень красиво сыграл. Ну, фантастический гол. Вот так работать с мячом в чужой штрафной. Одно касание, второе и третье, не позволяя мячу опуститься на газон. Здесь перемещается на чужую половину поля. Иммобили выходит один на один и не забивает. Петр Йелле спасает свою команду. Регулярно создавать опасные моменты у чужих ворот. Проникающая передача, но... то итальянцам придется играть со сборной Испании на выезде на победу. Вот опасный момент. И вот 2-0 на 52-й минуте забивает Андреа Белотти. Чьей передачей в штрафную это Лоренцо Инсинье. От офсайда, да, немножко задержался Рехштайнер. Очень спокойно этот момент реализовал. Щечкой в дальний от себя угол. И некрасиво обыгрывает. Продолжает финтить. И передача отличная. Опасный момент. Иммобили, штанга. И Петр Йелле накрывает мяч. Еще одна, судя по всему, третья, последняя замена. В одно касание играет Эдер. Белотти поперек. Вот это все было здорово очень сделано. Вот сейчас действительно 3-0. Вот сейчас действительно Эдер автор. Правильно заставило полузащитники. А здесь видите, какой пас Эдера и какое подключение. Дальше Эдера в штрафную и замыкает он передачу Белотти. Да, уже чрезвычайно утомлены гости. Будут отбиваться как могут. Дальний удар 4-0. 83-я минута. Итальянцам удается повторить результат первого матча пределов штрафной. А сейчас посмотрите, по уходящей траектории тянулся к мячу Йелле, но дотянуться не сумел. Дески на 83-й отличился. Прострел в штрафную, 5-0, да. И Маноло Габбиадини забивает свой второй, между прочим, мяч за сборную Италии. И быстрее итальянцам удавалось забивать. Свой первый гол за...